принесли нам посуду, значит, сразу по цене. Вот такие вот новенькие ложечки по 15 рублей. Советские, нержавейка. Хрустальная ваза 25 рублей. Молочник 25 рублей. Кружечка 25 рублей. Вот такой вот графинчик для водочки 100 рублей. Вот такая бутылка для вина без крышки, но можно что-нибудь придумать. Она идет хрустальная, 150 рублей. Креманочка с позолотой 50 рублей. Такая ваза 50 рублей хрустальная. Кому интересно, приходите, приобретайте. Вот такая вот, конечно, вазочка будет стоить 200 рублей. Это очень такая большая, красивая. Значит, большая тарелка или блюдо 70 рублей. Вот такие кобальтовые тарелочки, штучка 20 рублей стоит. Маленькие вазочки по 10 рублей. И самое главное, вот такой вот наборчик для перца, соли. Это вообще идет помол. Перец насыпаете и прямо сразу помололи. Очень удобная вещь. Цена за данный набор всего лишь 150 рублей. Вот так. И вот так это закрывается. Кому интересен данный товар, приходите, приобретайте. Магазин барахолки 3-й километр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всем пока!